Что-то как-то скучновато. Да. Давай распаковочку какую-то завесаем. Ну, для начала надо что-то купить. Так в Сингапуре это не проблема. Ты что, пошли? Пошли. Макс, а что ты хочешь распаковать? Какие-то сюрпризы. Так пошли выбирать, искать. О, вот это сюрприз. Может, этот? Да нет, это для Майи. Ну что, Кате нравится? Не, не подходит? Макс, может, Золушку? Нет! Ты что? Папа, человечку! А какие сюрпризы ты хочешь? Это для мальчиков хотя бы. О, Макс, вот эти тебе когда-то нравились. Смотри, какие мягкие, прикольные. Вот самый главный. Это для маленьких. Полиробакар. О, ну, поехали. Вот это точно можно брать на распаковку. Да, ну, мы его нанесем. Может, ты еще вот это предложишь? А ничего так. Ездит. Вставай уже, пошли. Пошли. Может, такую купим? Наконец-то какие-то сюрпризы. Ух ты, а что это за монстры такие? Самый вот этот прикольный красный. Главный. Самый главный бандит, наверное. Так что, сколько берем? Давай по одному. Я себе уже взял. А ну давай селфи с этим монстриком. Как он? Не, как он злится, вот так вот. О, так пойдет? Или так? На эту сторону. Нет. Ты это видел? Катя, за это тебя и меня расцелует в щеки. В обе, две сразу. Вот, и маленький есть, смотри, мы взяли большой, это маленький. Была бы здесь Катя, она бы с двумя шариками не ушла. Минимум ящик взяла. Смотри сюда. Диснеевские герои в виде Майнкрафта. Давай это возьмем. Прикольно. Это реально чудо какое-то. Вау. Что там? Роблокс. Роблокс? Сюрприз? Это что, компьютерная игра? Ага. Фантастиш. Целая команда может быть. А внизу что? Какие-то другие коробки. Может, эти тоже возьмем? Давай. Вау. Вот это мы затарились. О, этого не было. Герои в масках? А мы когда-нибудь открывали сюрпризы героев в масках? Нет. Угу, бери, значит, еще один тогда бери. И мне кажется, можно на этом заканчивать. Давай. Ты уже пришел к кошкам? Ага. А что гладишь собаку? Что мы берем тут? Вот это. Вот эти сюрпризы. Такой котяра у нас уже почти есть. У нас розовые, а они есть еще вот такие, смотри. Это зимняя версия, смотри. Ага. Это зимние кошаки, а это летние. Так, может, давай один такой возьмем. Ага. Ты готова? Эй, собаку оставь. Так, ну давай. О, мы накупили. Я начинаю. Давай, я готов, у меня есть ножнички. А, не нужны ножнички? Я тоже тогда открываю уже. Монстры от Ботс. Какие-то у меня пушистые. Фиолетовый. Мне кажется... Он белый! Где? Заяц? Это привидение! Это синий. Но он оделся как привидение. Ага. А у меня кто? У меня какой-то строитель, смотри. Привет! Привет. Классно. Давай что-то другое. Я, если честно, думал, они будут пушистые. Ну, как мягкие, а не пластмассовые. Ну, ладно. Так, что там дальше? Frozen. Frozen? А, это мои любимые. Реально, я это хотел. Держи, это тебе один? Один мне. О, так. Смотри, тут сколько может быть. Так. Что у меня? У меня, по-моему, это пес из братьев Гавс. Из Утиных историй. Что у тебя? Ух ты, у тебя классный. Вуди. И снова здрасте. Привет. Дальше мы открываем. Миньонов. Батарейки. Да. Миньоны. Три. Что с ним?
Это что, девочка? Банана. Банана, 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 банана. Вообще, это где-то на Гавайях, наверное. Алёха. У меня супер-пупер-герой. У нас таких фигурок еще не было. Готов увидеть? Смотри. А, ты где? Вот он. Короче, он не хочет, чтобы ты его видел, он стесняется. Та-да! Знаешь, как его зовут? Я не помню, это брат Дрю. Его зовут Дрю. Дрю. О, мы приближаемся все к самому интересному. Это еще так немножко тоже детское. Кто у тебя? Этот. У меня злой герой. Это ночной ниндзя. Кья. Кья, 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 кья. О! А теперь игрушки, сюрпризы для взрослых. Роблокс! Макс, реально для взрослых 6+. Макс, может нам пора начать в игрушки играть уже? Какие? Взрослые. Типа роблоксы всякие там. Чувствую, что после этих распаковок нам нужно начинать играть в игры и делать летсплей. А то мы открываем, ничего не знаем. А, я вспомнил, как мы Майнкрафт когда-то открывали, я всех чудиками называл. Давай это будет красный чудик. О. Это? Ага. Макс, ты знаешь, что это? Нет. И я не знаю. И твоего не знаю. Напишите нам в комментариях, кто это они. Привет. Привет. Смотри, как у них ноги гнутся. Коленки наружу, видишь? Не в ту сторону. Может, я их неправильно одел просто. Эй! Идем дальше? Давай. Подожди, о чем разница? Это Series 2, а это Series 1. Ага. Ну, давай. Роблокс. У меня... Полицейский, что ли? У меня точно какой-то военный, смотри. Фокус. Полицейский превратился в зомби. А у тебя какой-то что, трансформер, как будто бы. С рожками. Это викинг. Кто круче, зомби? Или викинг? Зомби, 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 зомби. А! Что-то у нас так много хлама этого всякого. Так, так. А давай, может, Катю позовем? Давай. Катя! Да! Мы тебе что-то нашли. То, чего даже в Лондоне нету, представляешь? Что это? Питомцы лов. Питомцы лов. Я жду. У нас еще какие-то хотяшки есть. Есть новогодние и есть обычные. Первые открываем обычные. Обычные, да? Это розовые. Окей. Котяшки, котяшки. Мультяшки. Угу. Или они не мультяшки? О, он большой там, похоже. Это он на чем? На коврике? Мягенький. У меня крутой. Смотри, какой у меня мужчина. Именно мужик такой. Мусик. А у тебя как наша Мурка, да? Чуть-чуть ага. Такая. Мурочка, вискаса не желаете? Мяу. Не угостить ли вас кошачьим молоком? Можно. Можно. Может, прогуляемся где-то по крышам? Можно. Половим мышей. Я тебе словлю самую жирную крысу. Можно. Так, давайте их новогодних доставать. Пущин. Пущин называется. И... Ого! Аж в ухе стрельнуло что-то. Что? А-а-а! У меня очень прикольный. У меня вообще, смотрите, какой. Олень. Это, знаете, в детстве такой анекдот был. Ах, вот какой он северный олень. О, это на елку ангел. А это что? С этим... Это на елку. Посмотрите. Ним даже светится. Это на елку. Это согласен, то для тебя. И что, все? Да? Мы закончили это нам сюрпризы. Катина. О, там 40 слоев пленки. Это мы до завтра открывать будем. Да. Реально, я кто их придумал? Издевательство над детьми. Ну давай, показывай, кто там у тебя. Кошечка, собачка или олень? Красные животные, даже летучая мыша. Так это же домашние животные. Разве летучие домашние? Это здесь что ли? А ну, покажи. Я не понял. Еще одна кошка. Короче, в нашей семье кошачьих пополнение. Привет! Мяу! Привет! А тебя вискасом угостить? Нет, нет. У меня и так есть коктейли. Короче, это какая-то сильно гламурная кошка. Все, пока.
И вам пока. Спасибо за просмотр. О, кто вылетел? Кто вылетел? Я вылетел. Точно вылетел. Вот такая собачка, и вот такая вот ручка. Ой, твердая. Вообще-то она мягкая. О, это тут уже кошка походила. Уже пора убираться тут, да? Три лапы свои оставила. Тебе нравятся распаковки? Тогда поставь лайк. Пишись на канал Мистер Макс. Всем пока. Всем мурмяу. Да.